Студентам-вокалистам подвластны все жанры в репертуаре академического смешанного хора, западная музыка и русские народные обработки. Для Кургана же артисты приготовили эксклюзив – джазовую мессу, которую в России кроме них никто не исполняет. Но это мы заказывали специально в Лондоне. Поют ее только европейцы и азиаты. Ну вот мы еще присоединились. Так что сегодня у вас вот тоже мы первый раз ее исполняем. На концерте прозвучали произведения различных эпох и стран. Курганская публика тепло приняла челябинских артистов. Кстати, солисты хора всегда показывали высокие результаты на российских и международных конкурсах, несмотря на то, что их коллектив в институте самый молодой. Просто менялись дирижеры, менялся состав, но вот именно коллектив сформировался 15 лет назад. То есть за это время уже тоже много литературы перепели, всякой разной. А сейчас продолжаем традиции, которые были установлены. Свое мастерство также представил еще один коллектив института – Русский народный оркестр. Праздничный концерт завершился творческими консультациями и мастер-классами преподавателей из Челябинска. Ольга Тыщик, Кристина Волковинская, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион 45».